Всем привет! С вами программа «Онлайнер», и мы традиционно в эфире для поднятия вашего настроения до самых небес. Друзья, вы готовы? Мы начинаем! Поехали! Куда именно отправимся сегодня? Мест, в которых хотелось бы побывать, достаточно много. При этом важно, чтобы лучший друг всегда был рядом. На самом деле, никакие они не друзья. Это просто кошачий экспресс-такси. На случай, если хвостатому, срочно надо успеть в магазин за рыбой. Все мы в той или иной степени любим животных. Кто-то раскатывает на велосипеде с котами, а кто-то не может представить жизни без плавания с акулами. Что-то мне подсказывает, что это небезопасное хобби. Купите лучше себе акул резиновых и плавайте с ними в ванной, а лучше уточку. Некоторые африканские острова совершенно безлюдны. Настолько, что вашим единственным другом на ближайшие пару-тройку лет может стать пеликан. Мне кажется, что птица попросту использует рыбака, чтобы получать половину его улова в море. У всех есть слабость к вредной пище, но иногда достаточно просто посмотреть за тем, как эффектно ее готовят. Сработает ли это в этот раз, и вам будет достаточно просто посмотреть, или вы бегом побежите за какой-нибудь шаурмой на рынок, узнаем прямо сейчас. Все успели записать рецепт шаурмечной диеты? Не надо вам это есть, достаточно просто посмотреть. Для того, чтобы оценить и понять всю крутость следующего видео, даже не нужно быть знатоком баскетбола. Невооруженным взглядом видно, кто из героев родился с мячом в руках. А если честно, эти парни – специально обученная команда, которая этим летом отправится в поля Астрахани для сбора урожая арбузов. Как вы видели, с большими и круглыми предметами парни управляются на славу. Чем занимаются папы с детьми, когда мамы ненадолго выходят из дома? Программа «Онлайнер» провела собственное расследование, и все, что засняли наши камеры наблюдения, вы увидите в следующем ролике. В
глазах собаки, на мой взгляд, отчетливо читается послание: «Мужики, развлекайтесь, я вас прикрою». Маленькое лирическое отступление. У многих брутальных мужчин добрые сердца. Не верите? Тогда смотрите. Такой трогательный ролик, что все, что хочется добавить, молодцы. Побольше бы таких людей. Продолжаем программу небольшой музыкальной паузой. В этом выпуске не будем устраивать грандиозных концертов, а просто все вместе насладимся уличным музыкантом. Конечно, перед тем, как достичь такого мастерства, девушка долго репетировала. Бедные барабанные перепонки ее молодого человека, родителей, соседей, соседских собак и кошек и ее золотой рыбки в аквариуме. Играет-то она звонко. Ну а если оплачивать такие концерты дома вам не позволяет семейный бюджет и нервные соседи, ловите совет. Просто заведите дома маленькую певчую птичку. Тем более, что это гораздо проще. А главный плюс состоит в том, что прокормить пернатого будет гораздо легче, чем барабанщицу. Как часто случалось такое, что вы куда-то очень сильно опаздываете? В городе пробки, и, казалось бы, все против вас. Если эта ситуация имеет к вам отношение, приятная новость. В нашем городе появилась новая служба такси. Как вы думаете, сколько стоит поездка? Платят в таких машинах не рублем, а нервами. Так что трижды подумайте, может быть, все-таки на метро? Дорогие друзья, время нашей программы подходит к концу. А это значит, что мы традиционно прощаемся с вами и желаем вам чаще улыбаться. У нас no comments. Пока-пока. On my own. No fucking watch, no map, no...